два, три. Киноконцертный зал открытый! Красная ленточка, первые зрители. В Голицынском культурно-досуговом центре «Октябрь» торжественно открылся кинотеатр. Благодаря фонду кино, поддержка малых городов России, возобновление кинопоказов, а именно направление еще, там одно есть условие интересное, что мы не просто получаем грант и показываем фильмы. Мы популяризируем российского кинематографа. Обновленный кинозал, отвечающий всем современным требованиям, встречает своих первых зрителей. Среди гостей есть и те, кто помнит первые кинопоказы в этом зале. 1968 год, пленочные фильмы, неизменно перед сеансом киножурнал. Все это уже приятные воспоминания. Здесь вот находился киномеханик. Аппарат стрекотал, иногда пленка рвалась. Ему тогда зрители кричали: «Сапожник!» В этом году КДЦ «Октябрь» стал одним из победителей конкурса фонда кино. Именно здесь впервые показал свой легендарный фильм Андрей Рублев культовый режиссер Андрей Тарковский. В наше время здесь будут показывать самое разное кино. Для этого здесь есть все необходимое. В зрительном зале установили широкоформатный экран и удобные сидения. Ну вот, чем мы занимались здесь? Установили киноустановку, она спрятана в таком замечательном боксе. В городе Голицыно проживает очень много молодежи. И такое направление, как кинотеатр, крайне востребовано. Раньше нам с вами приходилось ездить или в Лесной городок, или в Одинцово, или в Москву. А теперь мы можем практически в шаговой доступности прийти посмотреть хорошее кино в комфортном кинозале. При этом досуговый центр останется площадкой для проведения развлекательных программ. Здесь проходят отчетные концерты, выступления творческих коллективов и другие интересные события. Здесь, не нарушая как бы всего плана работ в Доме культуры, да, остаются все те же кружки, все те же коллективы. Но еще вот путем преобразования, такого ремонта, значит, будет и хороший киноконцертный зал, который, надеюсь, ну, хорошие фильмы будут показывать, в том числе и патриотические. Прекрасное кино в отличном качестве, прямо в своем городе. Первые зрители по достоинству оценили новый кинотеатр. Скорее знакомьтесь с афишей и приятного просмотра. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».